Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Среди сегодняшних депутатов областного совета немало молодых людей. Однако это вовсе не значит, что они не уважают возраст. Я хочу сказать про депутатский корпус цієї каденції. В основному це молоді люди, які війни фактично знають по розповідях своїх близьких, знайомих, по там кінофільмам, книгам і таке інше. Але я жодного разу не побачила, що хтось із депутатів обласної ради якось неправильно сприймає відношення до ветеранів Великої Вітчизняної війни. В марті 2011 года депутатами областного совета была принята областная программа «Турбота», цель которой – посильная помощь ветеранам и участникам боевых действий. В частности, предусматриваются и единоразовые денежные выплаты. Если говорить про цей 2013 год, под контролем это было и главы областной ради, абсолютно всем до 1 травня выплачена эта материальная помощь по 300 гривень из областного бюджета и по 300 гривень з місцевих бюджетів, тобто з районних міських бюджетів. Всі абсолютно учасники бойових дій в Німеччині і в Японії отримали цю матеріальну допомогу. Ветерани зі своєї сторони раді любой помощі. В наше время нелегко даже работающему полному сил человеку. Что и говорить о пенсионерах, здоровье которых подточено годами тяжкого труда и испытаний, выпавших на долю поколения военных лет. Таких зарегистрировано только в Николаевском городском совете ветеранов 180 тысяч. 180 тысяч, это сюда входят и дети войны, и бывшие узники, ну и там еще по мелочи. Вот. А вот участников боевых действий Великой Отечественной войны, к сожалению, осталось в пределах тысячи. Но зато 1500 инвалидов войны. Среди николаевцев, инвалидов войны и ныне житель села Зайчевское Жовтневого района Николай Крутченко. Инвалид войны первой группы. Прослужил в несокрушимой и легендарной Красной армии. 33 календарных года без перерыва. Очень строгий, очень тяжело. Он такой, знаете, мы должны ему во всем подчиняться. Ну, как военный, дать очень сложно, да. Ну, и старость все-таки, знаете. А так, вообще, он добрый, он все отдаст. Да. И мы тоже стараемся его поддерживать во всем. Ну и привык добиваться целей. Да. Он привык всего добиваться. С военной выдержкой и настойчивостью Николай Гаврилович подошел и к решению наболевших бытовых проблем. В частности, обратился за помощью к председателю облсовета Игорю Дятлову. Идея с углем, она ему принадлежит или это... Это для меня был сюрприз, честно. Вот, и он приехал на работу ко мне. Я говорю, что-то случилось, что ты приехал, жарко, дома бы я был. Он приехал и сказал мне, вот я был у Дятлова, и вот он пообещал. Мы договорились на сегодня, что приедут. Ну, конечно, мы не ожидали. Очень, это был сюрприз. Людмила говорит, без родителей никогда не смогла бы поднять на ноги двоих сыновей. Они пошли по стопам отца, военные. Отец помог им получить образование, поспособствовал и в покупке частного дома в Зайчевском. Газификация села сейчас в планах, и в отопительный сезон для обогрева жилья необходимо более 2 тонн угля. В прошлом году ветеран еще смог накопить денег для подобной значительной покупки. В этом понял, что без помощи не справится. Спасибо большое. Причем здесь я? Спасибо большое вам. Уголь отличный. Прекрасный уголь, а главное, нету воровства. Я вижу, что здесь и того тона, и того тона. А если я покупаю уголек, привезу, померил, 120-130 килограмм уворовано. Это подлость с их стороны. Игорь Сергеевич выполнил свое
обещание и заботу о ветеранах безукоризненно. В областном совете уверяют, ни одно обращение ветеранов войны не остается без внимания, ведь эта категория населения больше прочих нуждается в поддержке и помощи. Будь-які звернення, які були до обласної ради, вони завжди підтримувалися раз. І фактично в цьому році не було жодного звернення, яке стосувалося, ну, наприклад, що не виконана програма обласна в плані виплати одноразової допомоги, виписки періодичних видань для учасників бойових дій. Ми теж виділяємо 160 тисяч для того, щоб кожен ветеран Великої Вітчизняної війни отримав газету нашу обласну, мав змогу ознайомитись з тими подіями, які відбуваються в області, з тими ініціативами, які сьогодні йдуть від обласної ради. Жодного звернення не було по тому, що, допустимо, комусь не встановлений там телефон або ще інші. Тобто все те, що передбачено законодавством і нашою обласною програмою, воно на постійному контролі. Ігор Дятлов в случае личного обращения, как это было с Николаем Крученко, лично следит и за выполнением своих распоряжений. То, что чиновник слово держит, в ветеранских кругах знают и взаимоотношения такие ценят. Я хочу сказать, что отношения отличные. Отличные. И я даже больше скажу, что вы знаете, наверное, из печати, что он вроде изъявил желание быть мэром. Вот. Знаете? Вот. И я вам скажу, что мы его поддержим. Вот такие отношения. Характер у Дятлова хозяйский. Самый настоящий хозяйский характер. Если он может фронтовикам помочь, ну, так сказать, в его силах помочь фронтовикам, он обещает и сделает, и выполнит это безукоризненно. Если он не может сделать, не в его будем, так сказать, силах, он говорит «нет». Сегодня я убедился, что Дятлов глубоко порядочный человек, хозяин в области, сказано, сделано. Вы убедились. Вокруг сердца города разгорелся скандал. Строительство сквера еще не завершено, но там уже появились некошенные газоны, мусор, беспорядок на спортплощадке. Неприглядное состояние парка вызвало бурную критику не только горожан, но и одного из инициаторов проекта – главы областного совета Игоря Дятлова. По его словам, областные и городские власти разделили между собой обязанности по работе над проектом, и город сплоховал. Достаточно большие вопросы у нас к тем, кто занимается строительством в городе, тем, у кого стоит на балансе парк. Я не могу понять, почему сегодня даже не могут навести порядок и скосить там, на аллеях траву. Неужели ждут, что мы придем и начнем заниматься их обязательствами? Ну, надо понимать, что если мы начнем косить траву в парке Пролетарский, то, наверное, вместе с травой мы будем выкашивать и тех чиновников, которые по своему роду должны заниматься этой работой, но не занимаются. Не меньше вопросов оставляет и финансовая составляющая проекта. Ведь теперь средства из госбюджета на завершение парка нужно получать заново. К сожалению, город Николаев не подготовил в нужное время проект, в нужное время не подготовил акты выполненных работ и закончили 2012 год с тем, что эти деньги вернулись в государственный бюджет. А сегодня нам необходимо пройти заново всю процедуру для того, чтобы получить необходимые средства из государственного бюджета, для того, чтобы оплатить те работы, которые уже были выполнены, и закончить. Потому что осталось то самое главное. Да, остался музыкальный фонтан, осталось наведение порядка. Тем не менее, уже на следующий день после критики Пролетарский сквер был вычищен, выметен, основные поломки устранены. А глава облсовета пообещал, уже в этом году николаевцы увидят завершенное сердце города. Это был первый проект, когда не какой-то чиновник принимал решение, что строить, а что не строить, а непосредственно горожане и громада в рамках такого большого общественного проекта предложили свои идеи. Мы обязуемся в этом году однозначно, и проект «По сердцу города» будет введен в эксплуатацию. Фактически Николай Петрович Круглов и наши народные депутаты, и Артем Ильюк, и Николай Жук, и Владимир Наконечный уже фактически завершили работу по
тому, чтобы нам заново выделили необходимые ресурсы из государственного бюджета для того, чтобы мы в этом году запустили этот парк.